Усик анонсировал свой бой, сидя на велотренажере. Александр Усик назвал дату и место своего следующего боя. Чемпион мира в тяжелом весе по версии МВБУ, WBC и БФ Александр Усик анонсировал свой бой. Усик дебютирует в супертяжелом весе и первый бой в этом дивизионе проведет против Карлоса Такама. Сейчас украинец продолжает подготовку к поединку, поэтому даже о бое рассказал, жонглируя и работая на велотренажере. Дорогие друзья, 25 мая в Вашингтоне, штат Мэриленд, пройдет мой поединок уже в новой для меня весовой категории. Мы идем в супертяжи. С божьей помощью все у нас получится. Вот туда и направляемся, в heavyweight division, сказал Усик. Ранее сопромоутер Усика Эдди Хирн назвал поединок с Такамом главным в карьере украинца. По материалам сайта news.com.